Мы помним, мы любим, мы слышим, мы воздухом творчества вашего дышим. Мы знаем, что вы вместе с нами живете, и в памяти нашей всегда вы в почете. И время не властно, оно лишь мгновенье, и мы благодарны вам. В Камрадском педагогическом колледже имени Михаила Чекера состоялся концерт, посвященный памяти Тимофея Валерия Степановича. Такого человека нужно помнить за его огромный вклад в музыкальную жизнь колледжа, отмечают коллеги по работе Валерия Степановича. В этом году исполняется ровно 10 лет в декабре месяце со дня его смерти. И хотим эту концертную программу посвятить светлой памяти Валерия Степановича. Он внес очень большой вклад в работу колледжа. Он был создателем оркестра народной музыки. Тогда это назывался оркестр песни и танца. Валентина Михайловна Барладян знала Валерия Степановича еще со студенческих лет. Они вместе оканчивали музыкальное училище в Кишиневе. Так получилось, что они работали вместе со дня основания колледжа. От него можно было дождаться помощи всегда, абсолютно. Ну, студентам его очень любили. Они вокруг него, как вокруг пчелки, вокруг матки, вот они вокруг него всегда крутились. Он никогда не ходил один, он всегда... Тропы, по которым ходил мой отец, теперь протаптываю я. Я занимаюсь музыкой, потому что мне очень нравится это дело, говорит Дмитрий, сын Тимофея Валерия Степановича. Мне нравится это дело, и кроме этого, отец был мне как не просто отцом, вот, а еще идеалом моим. И, как заметила моя классная руководительница, вспомню, кстати, Дора Николаевна в школе, был другом. В концертной программе приняли участие группы студентов музыкального отделения педколледжа. Хор, аккордеонисты, фортепиано – все как будто под одним гимном. Вечная память Валерию Степановичу.